Жили-были в 9-м королевстве король и королева. Судьба вдарила им прелестную дочь, и все их подданные ликовали, пока не зашло солнце. Когда на землю опустилась тьма, родители увидели, что их дочь стала пленницей злых чар. В отчаянии они обратились за помощью к фее, которая уговорила их запереть юную принцессу в башне. Вкусом. Что с тобой такое? Моя булочка